Так, друзья, я напоминаю вам о том, что если вы хотите посмотреть, как выглядит или будет выглядеть еще пока что Windows 11, то по ссылке в описании проходите на веб-версию, посмотрите. Здесь можно нажать кнопочку «Пуск», понажимать некоторые даже... Я думал, что она что ли заела. Зайти даже можно в текстовый ноутпад, попечатать и так далее и тому подобное. И так далее, и тому подобное. То есть, друзья, здесь можно посмотреть, как все выглядит, примерно оценить, нравится вам Windows 11 и понять, можете ли вы жить без него, либо нет. Так что, друзья, ссылка будет в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.